слегка открытым оком. 14 том, 26 том. Ага. Это второй том. Вот это вы даете. Да. Вот это вот, допустим, зеленый свет у мусульман. Здесь Коран разбирается по сурам аятам, как с ними беседовать, что у них хорошее, и что 1300 лет было сказано. Это как энциклопедия. Литература. Вот это вот, допустим, евреи, видите, у них свет, любят золото, золотой. Это за 3600 лет, что было сказано евреями об евреях, и как жить мирно, и как самое лучшее друг от друга взять. Эти книги мира, вот они. Угу. Это как одеваются, это наши люди, это мой брат, протоиерей. Посмотрите. Одно удовольствие глянуть. Это я пресс-конференция идет, выступаю. Да. Так что в первую очередь я могу посоветовать вам вот трехтомник. Начиная с Евангелия от Матфея и дальше. Как понимать Слово Божие правильно, как понимали святцы, как все сердце Богу посвятить и как начать жить во Христе. Не игрушечное христианство, христианство – это любовь. Всем умом, всем сердцем, всей душой полюбить Бога. Нет. Это все начинать молитвы, все секрет есть в молитве. Смиренно мудрее, главная черта, святые отцы говорят. Чего не хватает у других? Смирение. Нам нужно смириться, да. Мне не дано, я беру готовое от святых отцов. Ну что занимался я, это Бог дал. Вот я говорю, без помощи государства, 40 лет, без рубля, тысячи детей. Это сейчас вопрос любой решается с детьми. В России 17 тысяч сел исчезло. Мы взяли участок земли, возделывается, храм построили, где никто не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Это мечта любого правителя. И мы конкретно показываем. Надо начинать работать. Поставили задачу уничтожения славянского населения. Я не согласен с этим. Я положил 50 лет на этот труд. И люди увидели, действительно можно работать. Но работать крепко, с утра до ночи. По-другому нельзя. А как же и Хабаров, Ермак? Им никто там не строил апартаментов. Да. Вот здесь 1300 примерно моих проповедей, которые я в храмах говорю. 4100 вопросов и ответов. Это мне задавали в воинских частях, милиции, университетах. Это все здесь. Вот вас интересует вопрос какой? Ну, первый том. Мы только открыли. Где он здесь, первый том? Ага, вот он. Так, это пятый том. В первом томе. Прямо показывается. Вот. Третий том. Отдельно. Как беседовать с какими людьми? Допустим, 24 категории людей. Один говорит, я Бога не признаю. Как с ним беседовать? Как убедить его, что это неправильное мнение его? Другой говорит, а я не верю, что Библия от Бога. А другой говорит, да я молодой, еще успею. То есть, вот эта категория людей. И с каждым как есть беседовать? С каждой категории? Да. Это опыт. 50 лет я отдал накопление этого опыта. Это да. Ну, вам это показали вот, вот это вот возьмите. Интернет наш. Тут 50 книг, моим голосом насчитано в интернете. Это полностью 12 томов Златоуста. Есть аудиокниги, то есть, да? «Жития святых», «Добротолюбие», «Архипелаг ГУЛАГ», «Библия». Аудио нигде больше в мире этого нет. А когда зайдете, ткнете в этот сайт, то вверху будет православный форум, и дайте лапки. На мне вот книги еще 1400 тем. Тем. Там, где патриарх выступает, где Андрей Кураев, Осипов, по какой теме, и только книги, и все тебе будет открыто. Хорошо, это сокровище, просто бездна. Спасибо огромное. Так, ну, теперь вот смотрите, вот такой штампик пойдет. Пойдет, пойдет, потому что я отвечаю только перед благодетелями. Хорошо. Пойдет, поставим. Я...